Здравствуй, уважаемый пользователь сервиса mStalker. Продолжаем рассматривать преимущества Pro-версии mStalker Studio. Это видео посвящено анализу ключевых слов. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, выделяем два или больше файлов в рабочей области и нажимаем кнопку «Анализировать в боксе ключевые слова». Программа отобразит короткую статистическую сводку ключевых слов по следующим параметрам. Минимальное и максимальное количество слов, их среднее количество на файл и среднюю уникальность для каждого файла. А также визуализирует количество слов, их уникальность в процентах и ранговые группы ключевых слов. Совпадающие, уникальные, повторяющиеся уникальные, а также полный список всех ключевых слов отображены в специальных боксах. Подобный анализ позволит вам точно оценить схожесть и отличия двух или нескольких файлов или всей рабочей области и сделать необходимые выводы, исходя из полученной информации. С этим нововведением все, ждем дальнейших новостей, до свидания.